Избирательный участок номер 212 города Луганска, Жовтневого района, на сегодняшний день является лидирующим участком по посещаемости и желающих проголосовать за вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации. На сегодняшний день не от наблюдателей, международных наблюдателей, от наблюдателей местных не было никаких выявлено замечаний, которые бы противоречили о правильности проведения референдума. Посещаемость на третьи сутки избирательного участка – это уже более 60%. Мы думаем, что к 27 числу, когда будет точное голосование, это будет больше 80-90% голосующих.